Друзья, всем привет. Собакин сходит с ума. Он слышит, когда камеру включаешь, она издает бип, такой звук. Тык-тык-тык. Три троеточия, скажем так. И он это все дело слышит и начинает гавкать от радости. Потому что после этого звука всегда я выхожу с камерой. Смотрите, какой у него уже рефлекс. Да? Что? Ты до кармана подошел? Ух ты, хитрый такой, а? Хитрый песик. Пошли. Да, идем. Пойдемте. Прогуляемся немножко. Да, деревья. Все уже отдыхают, уже пустые. Уже нет ничего на них плодов. О, Рудик, Кисюня. Тоже слышит. Он там на той половине двора обычно обитает. О, Господи. Сэм. Сэмик. Ой-ой-ой. Вот это да. Вот это примерно я вот так сегодня. Сегодня или день какой-то, я не знаю. Морит. Ничего не хочется. Апатия такая. Никак огурцы не посажу. Смотрите, какая морда у него довольная. Сэмик. Кисюня. Да, иди. Пойдешь с нами? Возможно, погладить. Ну, это мы запросто. Урчит. Сэмик, пойди лимон съешь. Морда довольная. Так, это у нас то Маша. Маня. Гляньте, что с ними происходит. Их всех крутит, вертит. Тоже чувствуете вспышки солнца? Там какие-то супермощные вспышки. Метеочувствительные люди. Все это дело чувствуют. Ну, нюня. Вот такое. Так сладенько зевает. Я так понял, никто никуда не идет. Ну, ладненько, пойдем мы. Вот так вот примерно раскидала моих котов по огороду. Вон там Пуня. Вон он там роет в траве. Тоже интересно, как там места ищет. Не в землю, а в траву. А этот тоже. Елки-палки. Ну, коты. Главное, видите, рыть ничего не надо. Умостился на солому. И сделал свои дела. Мой эксперимент с грибами ничем не закончился. Потому как из-за жары грибница вся, так сказать, спит. Она бездействует. И в этом году, думаю, нет смысла ехать куда-то по грибы. В том году прелестно ездили. Пролеснянское лесничество. Там посреди леса разгонный блок торчит с РСЗО. Я не стал его снимать, выставлять. Ну, как он как бы не несет себе опасности какой-то. А там Бог его знает, может какое-то изделие там не отстрелило, а застряло. Поэтому обошли мимо него. Муха летает. Ага. Да, скоро расцветет. Никто из котов не пошел. Так их и прибило к земле. О, а тут прохладненько так. Ой, прохладненько. Наоборот, не прохладненько. Тепло и влажно от озера. Вчера немного прибрался здесь на берегу. Думал, пойдет дождь сегодня. Ну, дождь не пошел. Кстати, друзья, у кого перестало из определенных обстоятельств воспроизводиться мое видео на YouTube, я буду ставить QR-код, сканируйте, и будет прямая ссылка на мой телеграм-канал. Я там буду дублировать. Видео будут выходить
с небольшой разницей по времени, потому как вот для того, чтобы не снять, потом это все дело обработать, а потом еще и телеграм отдельно обработать, мне уходит порядка 2 часов, чтобы понимали, как это делается. Раньше, когда я телефон на телефон снимал изначально, было немножко качество хуже, там и камера тряслась, какое красивое небо. Ну, там я заливал одним кадром, если это делал, через паузу снимал и заливал сразу видео в YouTube. Сейчас немножко другой уровень, немного качества повыше или намного повыше, поэтому приходится больше времени тратить на его обработку. Шо, кисюня, да шо ж такое, люблю котов. Пожалуйста, будьте любезны. О, какой хлебушек вкусный. Да, друзья, вы правы. Придется скоро 2 куска с собой брать. Один для Собакина, другой для наших красивых, невозмутимых птиц. Грациозных. Ну, слава богу, все это дело доступно. Будем покупать. На той стороне цапля сидит. Она столько много времени проводит неподвижно, для того, чтобы насытиться, набить свой желудок. Потом резко так хоп, и все, и поймала лягуху. Я когда-то наблюдал. Еще немного, и будет виден берег, вернее, дно появится на поверхности. Вот такое вот у нас в этом году. Все заросло, все в траве. Что, Собакин, скушал? Ага. На природе все вкусное. Хотя он все время на природе со своим кожаным носом. Сейчас там тебе купил ливерной колбаски побаловать и котов, и собаку. Я варю овсяную кашу, Оксана варит. И я размешиваю. А ливерная колбаса попалась такая, как, не знаю, как паштет. Пойдем, пойдем. Да, кушать хочешь? Как паштет. Я аккуратненько все где-то вилочкой разминаю в тарелочке. И котам. Котам. Коты аж за ушами ляпоты, как кажут у нас. Аж за ушами трещит. Полюбляет это все дело. Вот. Это все. Пойдем. Музыка играет у кого-то. Благодарю вашей помощи. Наталья Николаевна. Отдельная благодарность. Кию. Спасибо большое. Всех приветствуем. Обалдеть. Вот это хоть домой возьми, сорви. Попоставь его в этот. Какой-то вазон. Это не конопля, еще раз повторяю, друзья. Конопля цветет по-другому и пахнет не так, как это растение. У нее своеобразный такой запах. О, рыжульчик только наш тут вышел. Кисюня. Кисюня моя. Да. Точно, что магнитные бури. Пойдем, кисюня. До дома, до хаты. Фух, прогулялся хорошо. Немного освежился. Побежали, побежали, побежали. Ты, да, лень даже бежать ему. Ты лентяй. Ленивый лентяй. Пойдем. Пойдем, друзья, в дом. Надеюсь, скоро наступит долгожданная прохлада. Уже жарко. Опять 27-28 градусов. Ветер, ветра как такового нет. Поэтому воздух стоит. И очень такая некомфортная температура. Ну, то такое. То не самое главное. Вот они тут все сгруппировались. Раз, два, три. Люся. Маня. Сэма. Расплющила. Сэмик. И Пуня. Рыжий там где-то догоняет. Всем, друзья, хорошего мирного вечера. Всем огромнейшее спасибо. Остаемся на связи, друзья.
Всем-всем пока.